Квартира мне досталась еще при советской власти. Мне здесь, как молодому специалисту, была предоставлена квартира. Вот в этом доме. Квартира не благоустроенная. В ней нет ни туалета, ни воды. Ну, ничего не было, никаких удобств. Вот. Потом, по истечении времени, я приобрела одну квартиру, выкупила. Потом выкупила вторую квартиру. У всех у этих квартир в то время были вот эти вот сараи. Были вот здесь вот у нас стояли туалеты. Извините меня, на данный момент я не имею возможности ни одного туалета, ни одного сарая у меня нету. Мне некуда привезти дрова, мне некуда вылить помой. Этот земельный участок оказался собственностью администрации с нашим сараем. Мы не можем ни построить гараж, чтобы машину поставить в гараж, да? Не имеем права привезти дрова, нам везти некуда. У людей теперь дрова находятся в доме, и туалетов нет. Как? Ничего абсолютно они нам ничего до сих пор не предлагают. В доме живут мои 80-летние престарелые родители, которым за 80. Куда им ходить в туалет? Объясните. Объясните мне, вот я главе задавала этот вопрос, куда людям ходить в туалет? Если в доме нет туалета, здесь нам нельзя пользоваться, куда нам ходить? Главе в кабинет? Ну тут 13 квартир, разве в 13 квартир должно быть 13 туалетов? Должны быть сараи, если дом топится дровами. Я ходила несколько раз, пыталась оформить этот земельный участок в собственность многоквартирного дома. Ходила, пыталась. В настоящее время я заплатила 8 тысяч для того, чтобы оформить данный весь земельный участок в собственность жильцов многоквартирного дома. Но это уже прошло полтора года, и с места ничего не двигается. Кто заинтересован в том, чтобы нам данный земельный участок не отдать в собственность всем жильцам, я не знаю. То есть вы заплатили, но вам не отдали этот участок? Они не оформляют. Не оформляют. Я заплатила за межевание. Все как положено. У меня и квитанции есть об уплате. Но до сих пор не в администрацию, а в БТИ. В администрацию я сто раз ходила, сто раз просила, сто раз обращалась я к ним. Но на прием записывалась, и к главе, к кому я только не записывалась, но ничего не двигается, с места не двигается. В итоге, они, как мне объясняют администрации, они, значит, вон тот земельный участок вот за домом, они якобы поставили на кадастровый учет. А вот этот вот земельный участок, вот эти вот наши там сараи, гаражи, они не поставили на кадастровый учет. Они поставили на кадастровый учет. Это бывший, это, как его, Ефимов. Он занимался, его администрация нанимала, как инженера, наверное, по землестроительству, что ли, он тут делал замеры. А живет он вот рядом. Он этот дом купил в 2006 году, а в 2007 году он ставил данный земельный участок, вот этот вот дом, на кадастровый учет. И вот этот вот участок, он не поставил на кадастровый учет, потому что я не знаю, какая у него цель была. В итоге он потом... Значит, в 2015 году они дают в газету объявление о том, что вот этот вот земельный участок выставлен на аукцион, на продажу. Я узнаю об этом, иду в администрацию и говорю, как же так, мои сараи, да? Ну, тут не только мои сараи, а и вот остальных жителей, как наши сараи могут продаваться? Они говорят, вся земля муниципальная, она принадлежит администрации. Я говорю, а нам тогда что принадлежит? Если мы на протяжении тут 30-40 лет пользовались всем этим имуществом, на данный момент мы не можем пользоваться имуществом. Они, значит, это аукцион отменяют. Потом, значит, подходит 2018 год, и мы здесь решили построить это гараж, да, вот такой же, вот как у него, да. И вот так вот забили несколько кольев. Так вот, разметили. И... Смотрю, выходит Ефимов и говорит, на каком основании вы здесь что-то собираетесь делать? Эта земля принадлежит вся мне. Я говорю, как вам принадлежит? Я говорю, это наш двор.
Нет, я эту землю уже купил. Я говорю, каким образом вы ее купили? Это моя земля, я здесь буду строить гараж. И вот он в итоге построил этот гараж. Снес наши сараи, там был земельный участок еще, он забрал земельный участок, снес забор, снес сараи, снес туалет и построил свой гараж. Я начала, значит, после этого, он когда сказал мне, что это земля, я пошла в администрацию, пошла в прокуратуру, мы писали все заявления, всем домам подписывались, писали. В итоге они оформили этот земельный участок, продали ему, где он построил гараж. Его закрепили, точкой у них соприкосновения был не наш дом, а администрация города Хвалынска. И ставил данный земельный участок с гаражом, это Павлов, который является депутатом Хвалынского муниципального образования. Кто же пойдет нам в подмогу, если, извините меня, они все тут повязаны?